тут и ребрышки, а это чего? Какие-то колбаски. Колбаски. Девчонки, представляете? Мясо, винишко. У нас кто шампанское, кто вино. Одна я картошку чистила. А небо-то как-то местами прям темнеет. Что-то, наверное, завтра будет. Алинка, поли. У нас и Сашка-то сегодня не скандалит практически. Что значит, девочка появилась. Думали, две девочки-то приедут, а одну девочку-то старшую в Мурманск отправили. Правильно. Куда на лето? Из Крыма в Мурманск. Обмен народом. Кто сюда, кто туда. Аккуратненько, аккуратненько. Красный весь красный, потный. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Порвали мне занавеску. Ой, ну что, надо другую вешать. Уже третью за лето. Горлица прилетела поздороваться. Доброе утро, мои дорогие. Ну вот видите, как и обещали. Дождик идет. Причем он начался буквально 15 минут назад. Мы встали, и дождик начался. Сегодня Сереге, другу моему и Маринкиному мужу, 60 лет. Сейчас чуть попозже будет, я ему позвоню, поздравлю его. Большому человеку 60 лет. Ой, милый мой, а что вчера было? До 12 ночи, конечно, не могли же угомониться. И дети не спать не ложились. Бегали, играли. И потом в 12 часов идут все спать. У Саши истерики. Истерика, где дочка? Я хочу спать с дочкой. Это он Леру маленькую так зовет. Дочка почему-то. Наверное, Полина говорит дочка. И он ревел, и он: «Хочу спать с дочкой, не трогайте меня, пустите меня». Ой, у ребенка целая трагедия была, почему с дочкой спать не дали. И вот сегодня проснулся сейчас, и все, к дочке идти. Я говорю: «Так они спят еще». Ой, вот такая любовь. Дочка. Она старше его на 2 года. Дочка. И он с ней вот весь вечер. Ему не хватает, ну, его возраста. Детей. Весь вечер он не ныл, не стонал, не рыдал. Бегал весь красный. Они носились тут как... Ой. Ой. Разорвали мне занавеску. Теперь уедет дочка. Ну, какие страдания у ребенка.
поймут, что на море не съездить в такую погоду. А им осталось всего ничего. Ну ладно. Пойду пить свой цикорий. Да надо начинать новый день. Я в 4 утра проснулась. Вышла на улицу. Моросит дождик такой мелкий-мелкий. Я давай вот это сушилку с бельем затащила. Ну, туда под крышу, на терраску. Боня, собака так потихоньку гав-гав. Я говорю, Боня, это я. Вовремя затащила. А все равно при такой влажности не высохнет белье. Надо в дом заносить. Ну ладно, мои хорошие, давайте. Пойду позавтракаю, Сашку надо покормить. Пошла я. У нас есть луна. Ты красоту тут наводишь. Да, это будет не Сиесия, а Луна. У Сиесия сестра, это Луна, она младшая, как я. Ясно. А Сиесия старшая. Ясно. Не кричи, родители-то спят. Когда я вырасту, я буду Сиесия, буду солнцем упасть. Понятно все. Все понятно. Так, а ты тут, да, с телефоном? Это Это чей телефон? Маме. Моей маме рабочей. Потому что она мне всегда его дает, а я ему даю. Ясно. Yes. Спят? Спят, конечно. Не кричите, ладно? А я увидела на белой стене большого паука. Да ладно. Классного. Ой, не пугай меня. Ой, ладно. Я его видела. Да. Ну что, дети проснулись, родители все спят. В любом случае, давай, знаешь, как... Вот так отпилим, а потом сюда тут... Мы здесь просто аккуратненько отпилим. Все необходимое здесь мероприятие проведем. Там спрячем ее, запрячем, загнем. Или там отрежем, там приварим пониже. Нам какая-то... Давай сделаем пониже. Они реально... Высокие. Сашуля, аккуратненько. Ну так, если по чесноку, они высокие. Все сделаем вот такие высокие. Сделают мне поручни нормальные. А то это крыльцо такое страшное. Я уже отсюда летала. Я знаю, там вот внутри. Тут поручни можно нет с этой отбить стороны. Вот сделала вот такие серьги. Это дерево и рудракша. Эко-серьги называется. Вот как вам такие? А ведь хотели на Беляус ехать. Ну куда в такую погоду на Беляус? Что-то пакет валяется там. Лера что-то жует. А что у тебя глаз-то белый на глазу? Господи, иди умойся. Чумазелка маленькая. Саша, аккуратно на крыльце. У меня очередное кашпо. Сохнет. Вот хочу я вот этот цветок сюда пристроить. Не знаю, получится, не получится. Ну, попробую. Хорошо, какие у меня теперь поручни будут королевские. Все, с дождем, наверное, нахер. Ничего не будем делать. Можно пилить? Пилить тебе, батя. Давай, включай. Есть.
Коллективно. Погода испортилась в конец. Совсем прям, совсем. Вот, сделали один поручень, сварили, второй не успели. Пошел дождик сильный, все прекратилось. Наши собираются уезжать. Миш с Полиной и с Лерой. И Костя с Таней вместе с ними едут до Симферополя. Так что я опять остаюсь одна с мальчишками. Сейчас пойду их провожать. Уложила Сашку спать. Потому что иначе это будет скандал. Лера уезжает. Как же так? Поэтому уложила. Ой, воды сколько. Подожди, еще не все. Боню. Боню. Стоп, стоп, Лера, стоп. Стой. Сюда, сюда иди, вот. Я тебя подержу тогда. Ну, потом поменяй. Так, да я тебя поцелую. Все, увидимся. Давай. Стой, держи телефон крепко. Садись, Танюш. Чего? Я по центрам. Вылезай. Конечно, сейчас вы там это делаете. Утё, собака. Утё, это как его, сама, сама, как называется. Давай. Ой. Давайте. Давай. Все, ну я спасибо. Вас жду, приезжайте. Да, давай. Под прям дождик-то, а? Ну вот, обещают еще 2 дня. Поедут аж вокруг, через северную сторону, туда, ближе к Украине, потому что тут в Саках пробка. Короче, ну, поедут больше на 50 километров, но по времени интернет дает, что быстрее. Ну, ладно. Давайте без аварий, чтобы все нормально было. А я супчик варю. Сейчас. Ой, вода течет по мне. Давайте. Да, противная погода. Пока-пока. Поехали. Земля накупленная. Бутылку забыли. Ну ладно, обещают приехать в следующие выходные.